невестой. Ой, отец с невестой, говорю, жених с невестой. И, наконец, кто это? Прекрасная, как заря, и светлая, как солнце. Невеста. Покажи нам лицо твое и дай услышать голос твой, невеста. Ну вот, кажется, и все и собраны. Здесь у нас жених с невестой, их и друзья, и подруги, родители, и, конечно, вы все, дорогие гости. Но я думаю, что здесь еще кого-то не хватает. Когда мы читаем Евангелие, мы можем часто встретить такое место, что был брак в Кане Галилейской, и матери Иисуса, и Иисус были тоже званы на этот брак. Так давайте, друзья, на этот брак тоже пригласим, чтобы сам Господь был свидетелем этого союза брачного, чтобы Он благословил все это служение здесь, чтобы Он сам соединил и сочетал эти два сердца, которые сегодня решили, что пора биться в унисон, что пора стать одной плотью. И мы помолимся и попросим, чтобы Всевышний Бог благословил этот союз, и чтобы сам наш Господь присутствовал здесь, на всем месте. Перед великим Богом, перед вами всеми свидетелями, я объявляю сегодня, Сергей, не жених ты больше, ты муж теперь, Алина, не невеста ты больше, ты жена теперь. И так, что Бог сочетал, того человека не разлучает. Вы можете поприветствовать друг друга, как муж и жена. С Иисусом будет крепкий и надежный ваш союз. Любовь не смогут задавить большие реки. Пусть это музыка и пусть печат вас сердца в унисон. Но я прошу вас, не забудьте об одном мире. Вас ваши мамы, ваши папы познакомили с Христом. За родителей воздайте славу Богу. И выскажите им спасибо за прошедшие года, за детство юных и не на зря. Спасибо, папы, за
Сделали такой дизайн, очень красиво. Это моей жены племянник женится и берет моего друга дочку. Все красиво оформлено. Нина и Сергей, поприветствуем их. Бьют часы, начало мира возвещают. Бьют часы, я любимым говоря. Бьют часы, и Сергей с Ириной сочетались. И радостно войдут в небесный град. Свою заветную мечту наш друг Сергей осуществил, и дверь сердечную свою для Алины широко открыл. Люблю ее, и мне не надо на другой. Ее любить я буду весь свой путь земной. Бьют часы, друзья им счастья пожелают. Бьют часы и разойдутся по домам. Бьют часы, Сергей с Ириной зашагают с семьей счастливой по земным путям. Дорогие молодожены, уважаемые гости, я приветствую вас в этот торжественный день в этом зале. Я вижу, что мы уже все собрались, все готовы приступить к вкусному обеду, но перед тем, как мы начнем, я бы хотела, чтобы мы пригласили человека, что мы пригласили Бога в нашу среду. Сейчас помолимся. Владыка Господи, Царь Бог наш, мы благодарим Тебя через Спасителя нашего Иисуса Христа за эту возможность разделять эту радость общения, это торжество. И мы, Господи, приглашаем Тебя и в этот зал. Благослови, Господи, молодых, благослови всех присутствующих, благослови, Господи, все то, что Ты послал, как дар для подкрепления на столы наши. Подкрепляй сердца наши Духом Святым, насыть душу нуждающихся, сам воздай восполни и помоги всегда за все безропотно. Благодарить и славить Тебя, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Приятно.